Столичные спасатели в очередной раз вышли в рейд по водоемам и рекам Астаны. Главная их цель – объяснить людям, что игнорировать правила поведения у воды опасно для жизни. И хотя такие выезды спасатели проводят регулярно, многие прислушиваться к рекомендациям не спешат. Люди купаются в неустановленных местах, часто под действием алкоголя. С начала года в водоемах столицы утонули уже 6 человек. Совместно с акиматом, получается, с РОСО и водно-спасательной службой, местной полицейской службы, нами проводятся работы, то есть устанавливаются знаки, запрещающие купаться в этих местах. Но, несмотря на это, люди, получается, игнорируют эти знаки. И все данные случаи, получается, 6 фактов, они произошли с алкогольным опьянением.